Всем привет, ребята, меня зовут Лиза, и сегодняшнее мое видео называется «Экскурсия по отелю, в котором я сейчас отдыхаю», ну или просто «Экскурсия по отелю». По всей его территории, по пляжу и так далее. Этот отель называется «Армас Престиж», находится он в Турции, в городе Алания, и имеет 5 звезд. Думал, я начну именно со своего этажа, потому что все этажи, в принципе, похожи, и думаю, то, что спущусь потом вниз. Ну, в общем, подумаем, где мы закончим. Не хочу долго затягивать, поэтому погнали. Итак, я не стала включать вспышку, потому что, чтобы не привлекать внимание, я не хочу реально. Вот, это, кстати, такой вид. Мы живем в самом конце этажа. Давайте продолжим. Тут сейчас темно, но будет светло скоро. Итак, что мы видим? Мы видим то, что идет прямо, но нам с вами надо туда, сначала туда. Итак, быстрее, пока никого нет. Тут есть два лифта. Кстати, тут есть этаж L, есть нулевой этаж, а мы живем на первом, вот. Также есть второй лифт, и дальше идут номера. И с той стороны тоже такой же столик. Это ресепшн, но мы туда вернемся попозже. Дальше там также идут номера и выход, который есть там же, поэтому мы лучше пойдем в ту сторону. И, кстати, смотрите, какая тут есть штука. Итак, пока я вызвала лифт, пойдемте туда. Тут также ресепшн, номера. И еще номера. Нам тут, в общем, свет включили. Дальше идет не ресепшн, а вторая часть, но это мы туда также пройдем. Дальше вот сюда заворачиваем. Также лифты, но на них мы уже приедем не к ресепшну, а туда. Тут, кстати, такая же штука, только квадратная. Да, более круглая, извините. И вот тут проход, но нам надо к тому. Где бы мы ни шли, для нас включается свет. Только тут почему-то не включается. Итак, если я пойду сюда, то тут у нас имеется вот бассейн. Бассейн, ну, как раз таки я вам не буду показывать, потому что сейчас его покажу. Тут горки. Тут такой маленький ресторан, в котором мы сегодня по одному празднику отмечали, в общем, в нем. Вот. А там раздают фри, там мороженое. Ну, в общем, сейчас поближе вам это все покажу, когда тут спущусь. Я спустилась, тут цветок, бар около бассейна, фри и примерно такая же штучка с мороженым. Тут доска про анимацию. А вот отель Армас Престиж. Столики, выход или вход. Ресторан, сейчас там немножко покажу. Рядом с каждым блюдом, кстати, стоят тарелки. Ресепшн. Вот это вот подсветка, лампа. Кстати, тут есть некоторые этажи, которые выходят сюда на ресепшн. И также лифты видно. Вот тут два лифта. Вот тут лобби-бар. А вот, кстати, вторая часть. Уборная. И, кстати, тут везде антисептики. Разные картины. Брошюрки. Тут вот по всяким процедурам. Квадратная штучка. Вот, кстати, лифты. Также тут что-то около 15 черепах. Вот в таком вот красивом аквариуме. Детская комната. Ну вот, тут мы уже были. А вот с уличной стороны. Стенка. Фонарики. Вот тут вот спуск к пляжу. Тут осторожно, надо не подскользнуться. Вот это отели Армасы. Армас Hotels. У меня, кстати, браслет Армас Hotels. Вот тут бар, там пепси, фри и так далее, столики, мороженое, но сейчас все закрыто. Пляж. Песочек. Тут идет песочек, а дальше уже идут камни, и у меня все ноги просто исцарапаны в этих камнях, от этих камней точнее. Кто-то даже купается. Тут такие вот понтоны, на которых можно сидеть, ну или с них нырять. Сейчас ночь, поэтому я купаться не буду. Но если вы соберете 10 лайков, да, это, конечно, обычное число, но все же, то я искупнусь ночью. Но в часов 9. Охранник.
В общем, в той самой детской комнате я узнала, что можно раскрашивать футболку самой. Ну, как бы, там уже есть картинка, надо ее раскрасить. И мы купили мне эту футболку. И, в общем, ее подровняют и отдадут мне на мини-диско. И поэтому я сейчас иду туда, чтобы забрать. Другим детям отдают, ну, которые более маленькие, там, когда они потанцуют, а мне отдадут просто так. Итак, на этом моя экскурсия подходит к концу. Прямо сейчас я уже нахожусь в номере, я делаю эту футболку. Она с Hello Kitty, чтобы вам было ее лучше видно, я куда-нибудь сюда вставлю фотографию. Ну, а как я уже сказала, экскурсия подходит к концу. Если вы хотите больше видео из Турции, то ставьте лайк. Также переходите по ссылке в описании на мой второй влоговый канал. На нем уже вышел влог из Турции. Точнее, как я летела в самолете. И на мой ВК. Все ссылки в описании. Ну и до новых видео.